Восточный УМВД Московского района. Александр Пономарев – старший участковый уполномоченный. В его ведомстве находится множество улиц в Московском районе. По ним ежедневный обход, профилактические беседы с определенными категориями граждан и другое. Обязанностей у участковых много. Одним из основных задач участковых уполномоченных полиции является обход административного участка, пресечение преступлений административных правонарушений, выявление преступлений, профилактическая работа с гражданами, стоящими на учете. Александр работает в полиции 18 лет. Он женат, у него есть дети. Говорит, что совмещать работу и дом сложно. Однако поставленные руководством задачи всегда нужно выполнять. Он и в полицию пошел, потому что такая работа ему нравится. Теперь помогает людям. Первый свой выезд он не помнит. За столько лет было много всего. Да и каждый случай уникален. Выезжал и на угрозу убийством, и на административные правонарушения, и на кражи. Участились случаи кражи продуктов питания. Был задержан гражданин, в данный момент возбуждено уголовное дело и привлекается к ответственности. Участковый уполномоченный каждый день раскрывает преступления, говорит Александр. Их работа может быть незаметна другим людям, однако важна для того, кто к ним обратился за помощью. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».